Всем привет! Эта зима, конечно, дала всем шороху. Только началась календарная зима, 1 число декабря. Снегу насыпало столько, сколько я не припомню, даже бывает в феврале меньше намного, к концу зимы. Поэтому приходится вместо того, чтобы спокойно ездить на рыбалку, бороться с катаклизмами. Я сегодня откапывал машину, потом долго ехал, потом, чтобы поставить ее, где-то долго копал. В итоге сейчас уже первый час. Я сегодня на Истре, приехал туда же, где ловил недели полторы назад, на мотыля и на безмотылки. Ну, а поскольку времени осталось совсем мало, буду прям где-то здесь ходить, недалеко. Тем более снега навалил, особо ты не походишь. И да далеко и не надо, говорят, проваливались. То есть лед еще не стал, а снегу сверху навалил, не видно. Наступаешь, проваливаешься. В общем, буду ходить, где мне кажется безопасно. И пробовать сегодня на безмотылки ловить разные. Скорее всего, рыба будет не крупная, если вообще будет. Ну, потренируюсь хотя бы. Ну, просто на природе, как говорится. Прогулка на воздухе с элементами рыбалки. Народу сегодня на льду почти никого. Человек 5 на всю акваторию. И уже собираются. Палатку собирают. Идут домой. А я только приехал. Под льдом, под снегом, конечно, вода, идти трудно, но я далеко не пошел, поэтому ничего. Сейчас попробую найти русло, самое глубокое место, начну отсюда, а потом буду двигаться ближе к берегу. Да, друзья, лед здесь вообще никакой. Сам непосредственно вот этот крепкий лед, да, ну вообще пару сантиметров. Всего вообще почти нету. А в основном вот эта смерзшаяся каша. Вот поэтому здесь и проваливаются люди. То есть идут, а где-то вот этот лед, он совсем тонкий, может, один сантиметр наступил, и нога провалилась. Вот, так что не буду куда-то бегать. Здесь вот где следы есть, значит, здесь ходили. Ну, здесь где-то и буду ходить. Так, что у нас здесь? 5,5 метров. Рыбы почти нет. Нет, есть что-то там. О, пошло. Что-то какая-то рыба есть. Самое глубокое место, которое здесь мне удалось найти, это 6,5 метров. Но это буквально такая небольшая ямка. Вокруг уже 5-5,5, а в основном 4,5. Ну, сейчас вот где-то на глубине попробую. Если ничего не будет, тогда пойду под берег хоть мелочишку половить. Так, где у меня чертик? Вот он, чертик. Чертик небольшой, меньше чем 0,5 граммов, по-моему, или в районе 0,5 граммов. Попробовал на глубине, что-то нет поклевок. Сейчас быстренько к берегу сбегаю. Может быть, мелочишку какую-то подловлю. Ну, хочется поклевки увидеть. Потому что здесь можно так долго ходить. Искать клюющую рыбу. Пришел к берегу, сейчас здесь посверлю лунок. А здесь главное не засверлиться в землю. Это бывает так, что вода скинута. А в этом году вода низкая. Можно вместо воды забуриться в дно. И это значит, что ножам хана. Поэтому надо поаккуратнее.
пришел к берегу, сверлил немного лунок. А здесь, где я собираюсь ловить, где-то 2,5 метра. Но это самая такая средняя глубина для ловли у берега. Вроде и не совсем мелко, и уже и не глубоко. На что здесь ловить? Ну, на самые маленькие приманки, а самый маленький — это у меня маленький гвоздик. Вот сейчас на него и попробую. Вот такой вот гвоздик, совсем маленький, весом 0,32, с латунным колокольчиком. На него сейчас буду ловить. Так, здесь не захотела. Попробую здесь другой место поискать. Опа! Есть первая рыбка. О, окунек. Ну ничего, кстати, такой не самый мелкий. Здесь глубина совсем небольшая, где-то, наверное, 1,30 м. Вот. И вот такой окунек клюнул на гвоздик. Самый маленький. Ну тоже не с первого раза, а где-то проводок 5-6 сделал разных. И тогда только он клюнул. Ну, первая рыбка есть уже. Уже не зря приехал. Может, еще будет. Так. Сейчас попробую еще помельче. Какую-то отпустим. Давай другая. Смотри. Опа! Есть. Ну вот это типичный представитель этих глубин. Мелкий окунь, да еще под бороду. Вот он, страшный полосатик. Да, но все-таки надо метра на 2, наверное, уйти, потому что метр — это маловато, конечно. Слишком уж мело здесь. Есть. Вот он окунь. Это покрупнее чуть-чуть. Окушков я отпускаю. Вообще сегодня не за рыбой приехал, поэтому, поскольку будет клевать в основном мелкое, то всю рыбу обратно. Так. Сегодня тренируемся. Попробую-ка я сейчас на другую снасть половить окушка. Это у меня комбинированная такая удочка. Внизу у меня нимфа-шарик. Вот такой вот. А выше муха-мормыш. Вот такой вот. Похожий на рачка бокоплава. Вот он. Окунек на него бывает хорошо клюет. Ну, вот сейчас проверим. Не хочет. Покрупнее приманки, и все, никакой реакции. Сейчас обратно попробую на маленький гвоздик. Вот
еще поклевочки. Прям еле-еле трогает. Но все-таки уже трогает. А на более крупные вообще не реагировал. Вот на дно положил, и он со дна взял. Ух ты! Что-то такое не совсем мелкое. Не протащу, у меня здесь шуга. Так. О, плотвичка, друзья. Ага. Я говорю, здесь и мелкий окунек, и мелкая плотвичка. Вот она какая. Да, вот такое время. Вроде только зима началась. Должно сейчас прям типа перволедье, должно клевать хорошо, а? Клев такой, как в глухозиме. Реагирует только на самые маленькие приманки. А рыбу я брать не собираюсь. Просто сейчас, чтобы не пугать стайку. Не сразу отпущу, потом отпущу. Сейчас попробую еще поймать. Даже играть не надо. Просто опускаю вниз и поклевку. На этот раз окунек. А рыбка такая, кстати, не мизинчиковая. Такая грамм по 50, может по 40. Вот. Теперь бандитского вида окунь попался. Вот что значит поменьше приманку, сменить приманку. Поставил маленький гвоздик и пошли сразу поклевки. А сколько играл здесь? Ни фошарика, и мухомормыш, и ни одной поклевки. Ну, там, я думаю, дело в размере. Если бы те приманки были такие же маленькие, может, тоже клевал бы. А может и нет. Так. Сейчас еще попробую, кто здесь у нас обитает. Оп! Еще кто-то. Еще окунек. В общем, рабочая глубина где-то от 1,5 до 2 метров у берега. Ну да, метр, здесь около 2 сейчас я ловлю, самый такой подходящий. Оп, есть. Рыбка все мельче и мельче. Но, видно, самых крупных я вывел, и пошла мелочевка. Хотя вряд ли. Здесь у берега там и рыбы довольно много, она мелкая. Тайками ходит. Ну, позагнул как. Пошла матросня мелкая. Так, ну мне все ясно. В том смысле, что на этот гвоздик можно наловить. Сейчас много мелочи. Но у меня сегодня такой нет задачи, поэтому у меня задача сегодня просто попробовать разные приманки. Поэтому сейчас эту удочку уберу, попробую на что-нибудь другое поймать. В качестве эксперимента. Попробую на черчик, что ли. Так, сейчас посмотрим. Попробую на чертика сейчас. Но правда чертик он побольше, поэтому может и не клевать. Посмотрим. О. Есть! Чертик только опустил, уже сидит. О, кунек такой. Неплохой. Когда приманка маленькая, часто даже играть не надо. Просто медленно опускаешь или поднимаешь, и рыбка клюет. Вот набрел на стайку и
пошло прямо одно за другой. Весело. Рыбка, правда, мелковата, конечно. Ну, здесь у берега другое ожидать. Не, ну есть, конечно, покрупнее, но ее здесь мало. В основном вот эти вот шипзики мелкие. Опа, есть. Так. О, не лезет даже. Такой крупный окунь. На чертике поклевки пореже, но зато окунек покрупнее. Под бороду ловится. Окуни тоже разного цвета. Вот одни желтенькие, одни синенькие, такие темненькие. Ну что ж, в общем, у берега все ясно, ну, как обычно. То есть мелочишка клюет исправно. Причем, чем мельче приманка, тем активней. Вот. Ну, буквально за минут 10-15 так в каждой лунке там по кучке рыбы наловил, причем плотвичка даже попадается. Вот. Но еще есть время, и я все-таки хочу на глубине что-нибудь поймать. Сейчас вернусь на глубину, там, где я нашел вот эту вот ямку. Попробую все-таки там что-нибудь поймать. Может, покрупнее что-то будет. Так, ну а рыбок этих, конечно, сейчас мы все отпустим обратно. Сейчас они пойдут обратно все. Так. Ну что вы, как сонные мухи, давайте. Сейчас все пойдут гулять. Так. Так. Да, все убежали, давайте. Вот, в каше не надо застревать. Такое впечатление, что кто-то понюхал. Так. Какой-то сбой в игре был. Точно есть. Понравился. Это, рыба ждала, когда я чертика пущу. Ух ты, сход. Ну, в принципе, я ожидал. На чертик, вот на этого у меня очень много сходов. Не знаю почему. Ну, я имею в виду на Истре. На Истре, видимо, из-за того, что рыба очень мелкая и неактивная. Цепляется за самый кончик. Так. Ну, кто-то здесь живет, в этой лунке. Хорошо, хоть сошла не прямо внизу, а где-то на полпути. Не должна была распугать остальную рыбу. Ну, сейчас попробую еще кого-нибудь поймать здесь. Точнее, уговорить. Поймать-то я еще не поймал. Но уже кто-то клюнул. Есть. Ну, какая-то некрупная рыбешка. Так. Даже возможно, что плотва. Так. Дотащил в этот раз. Да, дотащил. Ну да, плотвичка. Ну, кстати, для истры вполне приличная. Так-то, конечно, мелковато, но я здесь в этом году крупнее не ловил. Есть она, да, здесь, конечно, плотва покрупнее, но очень много мелкой. Но я что-то думал, что подлещик будет, а она плотва клюет. Главное неудобство, это, конечно, то, что здесь глубоко 6,5 метров и такой глубины доставать и опускать мормышку очень неудобно. Вот она. Уговорил все-таки. Это 3, 4, 5 поклевок холостых. Только одна
результативная. Ну опять платычка. А, не, окунек. А шел как плотва. И клевал как плотва. И это плохо. Окунь с глубины, значит, нет нормальной рыбы. А я что-то думал, сейчас подлещика здесь половлю. А его что-то нет. Странно. И там у берега ветра не было, хорошо. А здесь ветер, пальцы мерзнут. Сегодня на мороз погода развернулась. Попробовал на мормушек с мотылем и тоже не хочет. Ну, в общем, нет смысла дальше опираться. Скоро уже будет темнеть, поэтому собираюсь и домой. Нормальной рыбалки, конечно, сегодня не получилось, но я особо и не рассчитывал. Но за несколько часов вот ловлю все-таки что-то поймал, но в основном только у берега. Где-то в районе 2 метров удалось найти стайку некрупной рыбешки и весело половить ее, там окуньки, плотвички, вот, на разные снасти. Так что все-таки рыбалка состоялась. На глубине пробовал я подлещика поймать, но не хочет он клевать сегодня. Все, кто сидел, палаточники, все ушли домой. Вот, что дальше? Дальше обещают морозы. Морозы, может быть, ока встанет, может быть, на водохранилищах станет лед на больших пространствах. Но вот этот, конечно, снег огромный, под снегом вода будет препятствовать вот это, чтобы лед хороший стал. Ну, не знаю, еще главная проблема, чтобы доехать вообще до водоема, потому что все дороги замело, а у меня машина-то обычная такая. Вот. Но будем постепенно преодолевать все трудности и все-таки ездить на рыбалку. А на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Всем всего доброго и до новых встреч.